волшебные трусы. Испытали камеры металлоискателя. Я посмотрел вниз. Самое страшное время в моей жизни. Я не готовилась. Даже без подготовки я не переходила порог. Я вообще не готовилась. Ой, а что? Вас бодуна. Главное учить. Надо зубрить, ничего. Идем в академию, у нас идет дождь. А вообще сегодня я расскажу про ЕГЭ и также расскажу, как я поступила в академию. Привет. Ты сейчас видео включила, зачем? Потому что я видео снимаю. Все люди попали. А, это ерунда у тебя крутится? Знаешь, я этот... А, чё? Я... Ты чё говоришь? Алина, да. Ты сдавала ЕГЭ, как тебе? Ужасно. На нас на первых испытали камеры металлоискателя. Это было очень страшно, когда это все пищало, когда это все снимало нас. Когда ты сидишь, смотришь в камеру, вот так машешь и видишь себя. Это было уйма страшно. Это было в 2014 году. А у тебя блатная камера, у тебя экранчик вот так делаешь? Вот так вот делаешь. В 2014 году. Блин, а я как себя увижу, йоу? А, во. Ну там просто штатив включается. Короче, я сдал ЕГЭ. И начнем с ЕГЭ. Берете, делайте себе волшебные трусы. Волшебные трусы? Волшебные трусы. Пришивайте туда карманчик вот такой, для телефона. Как я сдавал. Все, у меня счастливые трусы были с 9 класса еще. Кладешь телефон туда. Они до сих пор остались, пожалуйста. Ремень. И все четко. Потом, у меня были джоггеры на резиночках, которые, а здесь не было ремня. Я взял маску Наруто, отрезал эту железную ерунду, пришил ее сюда, прям вот такой металл там был. И все, я захожу, он пищит, я говорю, это вот оно. Вот классно, проходи. И все, я списал все ЕГЭ. Один раз учил в пятом классе, когда оно только началось. В шестом классе. И то я не учил, вот так с учебниками жал, потому что Бася заставлял читать. И все. А на уроке биологии мы ходили рядом в парк, кушали мороженое. На сколько баллов ты сдал ЕГЭ? Русский что-то около 80. Ну, русский я сам сдавал. Биологию я сдал прям порог. Сколько там порог? 36. А я 37 набрал. У меня точно так же. Причем я биологию сдал грамотно. Я пришел. Трусы. Да, у меня был на связи там репетитор по биологии. Я понял, что чтобы сдать мне для порога, мне нужно сделать вот там 5 тестов, именно вот тесты, короче. И все, я запоминаю, ну, наизусть учу задание, выхожу в туалет раз в 20 минут, раз в 7 я выходил, по-моему. И все, иду, ему голосовым записываю задание, иду, учу следующее задание. Еще получается, второй раз выхожу в туалет, пишу ответы себе между пальцами, а ему говорю следующее задание. И вот так туда-сюда, и вот так я сдал биологию. И общагу я сдал. Общагу баллов на 50 лет я сдал. Это, кстати, было нормально в тот момент. А математику? У нас уже не было. Я базовую сдал. А, у вас базовую уже. Я на 5 сдал, я сдал 20-20 заданий. У нас не было ни базы, ни профиля. У нас было просто математика. Ну вот, базовый вопрос. Да. А я причем учился в профильном классе. И? Мне поставили в году оценку по профильному предмету тройку, потому что я математику вообще не ходу иду. А базу я сдал на 5. Я такой, как так? Я говорю, я на 5 вам сдам. Я не уверена. Я ничем не пользовалась. Ни телефоном, нет? Ни наушниками, ничем. И причем так получилось, что биологию я сдавала не в своем районе, даже не в своей школе, никого не знаю. Я выбрала его в резервный день, и так получилось, что я поехала на Красный Октябрь. Вот это Тутуево. С нашего Тутуево красноармейского в это Тутуево. И я такая еду в маршрутке, такая, а где же шпоры, нет, все забыла дома на столе, и биология сдала тоже на 37 баллов. Сюда я на бюджет поступила. Я тоже. Как ты поступил? Я причем поступил первый в списке, вот самый первый приказ, я сам первый там стоял. Чего у вас за конкурс такой слабый был? Почему слабый? Ну потому что Родион был третьим в списке, у него по русскому 94 балла. И что, я бегал, прыгал, плавал, я плавать не умею, я пришел. Я никогда в жизни не умел плавать. Прихожу, короче, на собрание, сидит Созин, такой говорит, типа, завтра у нас плавание. Кто не умеет плавать, поднимите руки. Я думаю, ну сейчас, если кто-нибудь поднимет, и я тоже подниму.
А все борцы сидят, ну все знакомые, и никто не поднимает. Я думаю, ага, я сейчас как дурак один руку подниму, все смеяться будут на мной. Я не поднял руку, на следующий день приходим на плавание, а там наш бассейн, я посмотрел вниз. Я к нему подхожу, я говорю, вы можете с палочкой походить, типа, за мной? Он говорит, ты что, ты там, значит, дурак, ты что, я знаю, что плавать, я тебе на рукавнике там дал, что-то дал. Я говорю, что светишься? И все, я со страху проплыл, кстати, нормально проплыл, тоже на 100 балл. А за 2 или 3 дня до вступительных я ехал сюда в академию и в трамвай забыл кошелек. С паспортом, с документами, что я отдал аттестат, короче, сюда в академию. Короче, со всеми документами, чтобы мне отдали обратно аттестат, даже в случае чего, я забыл в скоростном трамвае. Тебе его вернули? Да, я сразу позвонил в депо. Хорошо, что я сидел возле кондуктора. И она забрала, короче. У нас ничего такого не было. У нас было не так много человек. У нас всего 6 человек на танцы поступило. И все. У меня была заведующая не Елена Павловна, а Галина Андреева. Вот такая женщина. Как она сказала, я очень, можно сказать, плохо сделала эту складку. И она такая, я сейчас покажу! Ложится и начинает складку делать. Я такая, это заведующая кафедра, да? Какие вступительные были, давай расскажи. ФП танцевали, мы танцевали, ФПшечка. Что у нас там было? Наклон со скамейки, шпагат, складка, отжимания, прыжки двойные на скакалке. Что ты делаешь? Сижу, короче, пишу сейчас. Я устраиваю тайного Санта и сейчас переписываю участников, чтобы создать эти билетики и чтобы они их вытягивали. Вот этим и занимаемся. Так, вчера на лазертаг, значит, мы играли против Валун. Там были 4 мальчика, значит, 2 девочки, значит, и играли у них 4 мальчика и 1 девочка. А у нас был один Артём и все девочки, ну как бы понятно. Артём и его команда. Команда мамы Алины, утомленные спортом, непонятные люди. Мы одну игру выиграли, честно, потому что я спрятала девочку какую-то в укрытие, она там лежала. Лежала? Да, она просто упала, я говорю, лежи здесь, я просто прячу колясы и футбол. Она его так спрятала и сидела, я говорю, сиди тут. Нет, дохлый номер, ЕГЭ? Она же двоечница. Слышь? А правком ее по блату взяли. Уже на ИИ. Как ты поступала после, после колледжа? После какого колледжа ты поступала? После скорой. Скорой? Что это за колледж? Олимпийского резерва. Ты на какой кафедре? Русский. Я сдавала ЕГЭ, ну, так же, как и биологию. Вот, биология у меня был низкий балл. А по-русскому высокий, вот. Получается, русский я здесь не писала, а биологию я здесь писала. Страшно было? Нет, вообще нет. Как это? А что мы на заднем фоне? Ну, репетиторов нанимали по биологии, по русскому. Про третью? Какая реформа? Ты трындишь громко! Еее, ножницы из сейфа достали. Че, когда ты будешь заниматься ютубом, когда тебе кнопку дадут? Да вот, я решила над этим поработать, как бы выкладывать хотя бы чуть-чуть видео. Подарок пришел тому, то подойдите, заберите, да? Ну, типа того, да. Здесь его отправляют, то я буду... Он подойдет. Себя только не вытащи. Вытащила. Расскажи, как ты сдавала ЕГЭ, да? Это было 4 года назад, это было самое страшное время в моей жизни. Ну, было реально так страшно, типа? Или когда ты сдала, поняла то, что это вообще фигня какая-то? Нет, на самом деле мы просто сами знали, что это изначально фигня. Очень сомнительная у меня подставка под камеру. Что касается... О, привет. Привет. Я обманщица. Я? Почему? Потому что доброе утро. Почему я обманщица? Я тебя просил. Скинь, пожалуйста, фотографию. А, я забыла. Все. Я не обманывала, я забыла. Но лжи, как таковой, ее не было. А что вы тут записываете? На данный момент вы можете наблюдать самца, сидящего за компьютером. Самец ищет свою добычу. С вами канал Лайфхаков. Вот наш хозяин. Дима, ну сейчас Брайан такими. Оп-оп. О-о-о. Сколько ты зарабатываешь? Диджеем? Да. Всегда по-разному. Всегда по-разному. Налоговая пишется, да? Ну смотри, заработок нестабильная штука. Минимум, типа... За вот 5 в субботу десятку, это минимум. В армию пойдешь? Нет, что там делать? Не, ну типа я к тому, что ты будешь по здоровью или как? Ты будешь типа учиться до конца? Я думал учиться. Просто типа, ну аспирантура это уже, если прям мага еще куда не шла. Так, это у нас первый курс танцевального спорта и фитнес-аэробики. Она расскажет вам тоже про то, как сдавала ЕГЭ. Как оно и как сюда поступала, конечно.
точно. Я не готовилась, можно сказать. Я готовилась буквально за месяц до ЕГЭ. И само ЕГЭ я не брала с собой ни шпаргалки, ничего. Некоторые мои одноклассники даже тетрадки засовывали себе под рубашки. Я думала то, что, ну, если не знаешь, то как бы ты не спишешь. То, что не знала, я просто по интуиции заполняла. Страшно было ЕГЭ сдавать? Поначалу да, когда ты уже приходишь на само ЕГЭ, страх просто пропадает. Если, в принципе, ты нормально учишься в школе, то тебе будет нормально это сдавать. Поступление в академию. Основное — это надо было станцевать. Три танца. Народный, рейтинговый и постановочный. Рейтинговый? Да. Ну, то, что на турнирах танцуете. Второй этап — зачет на физическую подготовку. А теперь я расскажу про то, как я сдавала ЕГЭ. Во-первых, я была рада, то, что Даша сказала про то, что если ты нормально учишься в школе, ты сдашь. Даже без подготовки особо ты сдашь. Не обязательно учиться на все пятерки, там, 4-5, просто чтобы ты был в теме, что у тебя происходит вообще в школе и что вы там проходите. И все. И нормально вы сдадите без подготовок, без всего. Я сдавала ЕГЭ, да. Чё? Серьезно. Если ты нормально в школе учишься, ты без подготовки особо сдашь ЕГЭ. Я упустила фразу, без нормально учишься. Я училась как? Я вычислила, какие преподаватели, что им надо сдавать, как, когда, как у них это работает, наладила с ними нормальный контакт, и все, и я даже домашку дома не делала почти, типа, я делала ее через раз, там, через два, и у меня были 4-5, ну, как бы плюс-минус я была всегда в теме. Готовилась я на ЕГЭ как? Но по-русскому мне мама наняла репетитора, я не знаю зачем. Потому что я и так его писала нормально на 75 без репетитора. Мне был он не нужен вообще, и нас в школе нормально готовили. По биологии у меня как бы сначала якобы был репетитор. Бабулька такая, мы к ней ездили, она ставила чаек, а мы писали то, что она давала. В 10 классе вот она у меня побыла. Прибавились ли у меня знания? Конечно же нет. Потому что если я даже что-то и учила, то я это все равно забывала очень быстро. И в школе была нормальная биология, нас хорошо учили, преподавательница классная была. Но все равно вот я выучила это, я ей ответила, сдала, у меня пятерки стоят. Но помню ли я все, что я ей ответила? Конечно же нет. Только чуть-чуть что-то выборочно. А потом начался коронавирус, и репетиторы вообще отменились в основном все. Осталось немножечко по русскому языку, и то прям совсем чуть-чуть. И по биологии мне надо было готовиться самой. Я села решать тесты, сдам ЕГЭ, решу ГИА. Единственный предмет, который волновал, это биология. Я не переходила порог вообще. Да, я не переходила порог. Я открывала этот тест, сдам ЕГЭ, решу ГИА, там 15 вариантов, и они каждый месяц обновляются. Я эти варианты прорешивала раза по 3, по 4 за месяц, потом они менялись и следующие. И вот я просто запоминала ответы на автомате. Я читала их потом, варианты ответа, и запоминала их, решала заново. И таким образом у меня отложилось что-то, чисто наработка на решение тестов. Это ЕГЭ, оно все время откладывалось из-за коронавируса. Поэтому мы не знали, когда его будем сдавать. И я могу сказать, что я уже вообще почти не переживала. Мне было уже настолько все равно, летом я уже хотела, чтобы мы быстрее сдали это ЕГЭ и жили спокойно, все хотели. И причем такой прикол, чем ближе дата ЕГЭ, тем тебе больше пофиг, и ты меньше всего начинаешь делать, меньше готовиться. Напряжение, которое создают в большей степени преподаватели о том, что «Ой, это так страшно, ужасно, ты не спишешь, ничего не пронесешь, ты не сдашь, все вот это дела». Все это такая фигня. Просто это ЕГЭ, это тоже, по сути, такая ерунда. Нас в школе гоняют как на ЕГЭ. Как контрольная работа, только тебя очень сильно пугают. Да, и все. Пронести туда можно все, что угодно. И шпаргалки, и телефон можно принести при большом желании. Вопрос в том, поможет тебе это или нет. У нас человек один пронес телефон, но сдал он на минимальные баллы это ЕГЭ, поэтому телефон ему там уже не помог. Имели дату ЕГЭ русского языка, я забросила биологию, к русскому только готовилась. Написала это ЕГЭ и вернулась к биологии, начиная решать вариант по биологии. И я опять не перехожу порог, чтобы вы поняли. Биологии сколько осталось? 5 дней? Я просто опять начала по 3-4 варианта в день ЕГЭ решать. И у меня это быстро все восстановилось. Я вот эти навыки нарешала, я стала решать на 61 балл по биологии. И пришла, написала, сдала, 61 и получила.
как бы самая легкая часть для меня была по биологии, это вторая, потому что там были задачи, и задачи это вообще мой конек, я их легко решила. Тесты я тоже быстро решила, и вообще, в принципе, я не переживала на ЕГЭ. У нас на ЕГЭ пытались конкретно завалить и дали те задания, которые не входят в школьную программу. Вы ответы на эти задания никто не знал, я их решала методом считалочки, чтобы вы понимали. И вообще, я шла на ЕГЭ с такой мыслью, то, что мне в 12 надо быть на пляже. Я подавала только в ВГАВК и в колледж. Со своими 85 баллами по русскому языку подавала в ВГАВК и в колледж, чтобы вы понимали. Я хотела бы в другие города подать, но танцевальный спорт такая штука, то что как бы у тебя тут клуб, у тебя тут партнер. Ты переезжаешь в другой город, у тебя ни клуба, ни партнера. Тебе надо искать клуб, тебе надо искать партнера. Оно мне надо, оно мне не надо. Я тут отучусь и потом уеду, куда мне захочется. Я у тренера отжала, я всегда мечтала о такой штучке PSP, видите, да? Она мне отдала, я ее прошила, я теперь сижу, кайфую и так играю. Хорошо. Просто такая, такая вещь классная. Старая штучка, я не знаю, почему она вышла из моды, это настолько классная вещь, это вообще я помню, что Nintendo Switch больше. Nintendo Switch такая фигня. Дорогой. Во-первых, потому что она очень дорого стоит сама, а во-вторых, игры на нее ты можешь купить там 2-3 тысячи. А что ты играешь? Я сейчас скачала «Миссия Дарвина». Потом я скачала Mortal Kombat, я скачала God of War. А, Наруто! Да, это такая тема! Это офигенно! Чего ты так учишь-то? Я не понимаю, по какому зачету? Право, я думаю, что здесь ответить. У меня вопрос, а ты не могла автомат себе набрать, что ли? Могла. А что не набрала? Я на этом тесте болела. Мне его надо сделать и просто отдать, и он мне автомат поставит. А нет, ничего. На автомат по праву, что ли? Да. Автоматы вообще на первом курсе, а не автоматы, я не знаю, что. Я завтра подожди, я передаю. А я за. Ну, что вы за лохи такие, я не понимаю. Я скажу так, я до этого боялась, а потом за день перед ЕГЭ я упала с мотоцикла, я ехала все покалечно, мне было пофиг. Но биология была сложная, потому что варианты были такие, где задания, которые не разбираются ни в одном сборнике. А поступать сюда? Сюда нет, было несложно. Во-первых, это было дистанционно. Я надеялась вообще на вступительный, я их сдала хорошо, поэтому у меня баллов нормально, я прошла первый. Готовилась к ЕГЭ вообще? Да, к русскому я... Что я делала? Решала тесты, сочинения не писала, писала их прям на экзамене сразу. А к биологии я готовилась 4 месяца. Да, и написала на 40 баллов. Мне достаточно было, мне по высоким баллам не нужно, потому что здесь только проходной. А русский на 66. Я не готовилась. ЕГЭ — это лотерея. Тебе может попасться легкий билет, а может попасться такой, что ты нифига ничего не решишь. Я биологию некоторые задания наугад писала. ЕГЭ — херня, идите. Иди в жопу, нифига людей. Вообще ровно было, серьезно, мне насрать. Я, наверное, боялась в начале 11 класса, а потом как-то забила на это и сдавала уже. Я говорю, я говорю. Я в колледж пойду. Я не знаю, что вообще люди боятся. Мы только в жару такую писали, я помню, что как жарко. Все легко, везде поступите, а у нас началась экзаменационная сессия началась. Сегодня у нас первый зачет, на который я пришла. У нас он к третьей паре. А вообще, вот девчонки что тут делают? Они пытались закрыть тим ФК. Это жопа, ребята, не поступайте сюда. Да ладно, тут учиться легче, чем во всех остальных вузах. Сейчас будем совершать путешествие на кафедру. Мы сегодня про ЕГЭ рассказываем. Будешь рассказывать? Как ЕГЭ? Да, как ЕГЭ и как сюда поступала. Вообще страшно? Нет, готовилась? Нет. Готовилась, конечно. Вообще я поступала в мед. Ну, поступила сюда. Нет, я рада, что я сюда поступила. Нравится? Да. Химия страшно, все остальное так нормально. И ЕГЭ, да вообще легко. Волновалась? Нет. А что на ЕГЭ волноваться? Какой смысл? Уже я готовилась. За месяц до ЕГЭ. За месяц. Ну а зачем готовиться заранее? Все знания приходят к ЕГЭ. Ну, конечно, не волнительно было, потому что ЕГЭ — это же не вся твоя жизнь. Даже если ты его не сдашь, твоя жизнь не закончится. Так что не переживайте, все будет хорошо. Даша, тебе как ЕГЭ? У меня 36 по биологии. Страшно было сдавать? Нет, я вообще не готовилась. А в школе нормально училась? Нет, я не ходила туда. Ты сдала вообще тогда? Я посмотрела что-то и... Хорошо, по кайфу.
Ну, типа, а зачем? А зачем учиться? У нас Макдональдс около школы был. Два Макдональдса рядом. В пяти минутах один и второй. Мы все ждем Алину с зачетками. Где Алина? С зачетками у нас нет зачеток. Я вообще дома с помощью методом. Началась сессионная неделя. Я сдавала на это, я не уверена. Нет, хотя бы на три. Настя, тебе точно не помогает. Че ты мне опять снимаешь? Я опять от чемпука жалуюсь. Я Дедушка Мороз и зачетки вам принес. Сразу с автоматами? Все. Спасибо, Олег. Спасибо, зайчик мой. Готовилась очень долго, особенно к биологии 4 года. И самого хуже сдала всех. Я спросила. Самый плохо сдала биологию. На 58, по-моему, балл. Это позор года. Позор 4 лет моей жизни. Готовилась еще к русскому. К обществу. Русский на 82 сдала, по-моему. А общество, я не помню, 68, что ли. Ну это я вообще налегке писала с бодуна. Страшно было на ИГЭ. Без эссе, без ничего. Да, я на обществе заснула вообще. В валерьянке напилась? Нет, я просто не выспалась, потому что хряпнула всю ночь. Хряпнула перед сном. И все, спокойно пришла, там часик пока ждали. А начало я покемарила. Даже не проверяла свои ответы. Я просто что было в голове первое, то и писала. Да, поступать сложно было? Очень. Да, морально сложно, потому что... Что? В Афгав сложно? Мне было сложно. Я учила 2 недели танцевальную историю, историю судейства я учила. Вы-то все это знаете, а я ничего не знала. Нет, мы ничего не знали. Мы ничего не знали на самом деле. К физкультуре я не готовилась, вот так, а ну, вот это... Ставишь вот так вот по краям, вешаешь ответы и все. Или рядом с собой сажаешь человека и все. Я так сдавала. Ну я сдавала по-честному. А я не честно сдавала. Как обычно, впрочем. Не так уж и сложно сдавать ЕГЭ. Главное учить. Неправда, не учите, ничего не учите. Слушайте, ее надо учить. Вы так везде, да, поступите, везде поступите. Две моих личности. Не было. Надо зубрить ничего, надо сердцем. Да нет, Алина, зачем зубрить? Жизнь свою тратить на зубрежку. Зато я много чего знаю. Ну я всю жизнь учусь, я... Ну а я не зубрю, я тоже знаю много чего. Написывает давно. Да, 10 минут, да, 1 минуту до начала зачета. Ну все, сейчас все покажу. Мы сидели, ждали дольше, чем сдавали, мне кажется. Я бы еще раньше вышла бы. И все сдала отлично, поэтому мне и было PSP. Я сидела и ждала, пока она придет, играла. Короче. Все, Машка, что ты сдала, что-нибудь нет? Да, все отлично. Зачет тебе поставили? Да, это отлично. Короче, смотрите, меня тоже отлично. Вот это странное, очень сложное слово, дифференцирование. Я тоже хочу показать вам. У меня теперь 95, отлично, да. У меня 94. Мы ждали очень долго. Еще у нас теперь не просто физкультурная академия, а суперсовременная, топовая физкультурная академия. Да, теперь у нас не будет в корпусе проходной двор, а вот теперь по таким карточкам она просто тупо белая, и я хочу ее разрисовать, как-нибудь оформить, чтобы она была прикольная и отличалась от других. Когда я потеряла, все сразу знали, кто потерял это. Я в школе теряла их постоянно. А у нас не было их в школе. А у нас было, их теряла, Диана. Нам их не поставили. Ты поедешь в академию, забудешь, просто обратно ехать. А я, короче, собираюсь, еду домой, потом на тренировку. Я в киношку. В киношку на что ешь? Человек-паука. Человек-паука. Я на часть. Что-то видела там какой-то в сетке, прыгал, бегал. Прыгал, бегал. Ну, в принципе, в этом есть вся суть фильма. Они прыгают, да бегают, Маша. Блин, а как это? Не опаздывали. А у нас на этой неделе экзамен. На следующей неделе, да, конечно. На следующей неделе. Вообще, по сути, вот она сказала в психологии, что у нас будут пары. Типа, у нас не должно быть пары, когда экзамены идут, пар нету. Свиданку собралась? Да. Да. Как я? Все, надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте подписываться на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также оставляйте комментарии
под видео, которые уже наконец-таки открыты. Задавайте ваши вопросы, если такие остались. Ну а на этом все. С вами была Диана. Всем пока-пока!